Ну, давайте, ребята, мы еще с вами под вечер один натюрмортик сделаем, как бы, ну, чтобы закрыть день и получить удовлетворение. На самом деле, ребята, у меня роза отцветает, и надо было ее куда-то пристроить. Я подумал, что с розовой чашкой и с розовыми розами она немножко будет сочетаться. Ну и вот на этом фоне. Сероватый фон такой. Давайте попробуем. Я буду светить. Сейчас я вам покажу, как я буду светить. Так. Видите, у меня здесь разрез апельсина, и он должен попасть. Поэтому сейчас выключу свет, будет виднее. Смотрите. Вот я убираю, да? Вот этот угол я осветил. И потом пошел по диагонали. И здесь остановился для розы. Все. Вот это практически. То есть засвет здесь сделал. И потом по диагонали медленно прошелся. И готово. Ну, вообще-то, ребят, вариант с грушами и с яблоками был не так уж и плох, я вам скажу. Но посмотрим сейчас. Это темновато. Листочек как-то неправильно лег. Так. Вот так. Я тут прикрыл кое-что, но вот это место мне не нравилось активно. Поэтому я как бы попробовал его совместить вот так. Более компактно сделать. Ну, так вот оно удалось. В общем-то, можно запомнить это дело. Так. Потом посветлее я его сделал, да? То есть этот вариант, вот этот вариант, надо не упускать, взять его. Так, и посмотреть потом, когда я захотел чисто сделать такой, знаете ли, апельсиновый, да, вот этот хорошо, очень хорошо смотрится по всем параметрам. Ну, тут я тренировался со светом, пока понял, как надо освещать. И в итоге мы с вами получили два варианта, очень неплохих варианта. Мне вот это вообще нравится очень. Так, вот эти вот два мы сейчас и возьмем. Хорошо? Открыть изображение. Ну, теперь их свяжем. Загрузить файлы в стек. Добавить и попытаться. Окей. С этого мы начинаем серию. Хорошо. То есть здесь у нас наверху более темный, да? Но насколько этот вот, хоть ничего не делай. Но здесь... Что здесь хорошего? Да ничего здесь хорошего. В принципе, зря я стекинг делал. Давайте я его уберу. Тут мы уже постарались и сделали очень симпатичный свет. То есть вот видите, диагональ шла, и вот здесь я остановился, и поэтому роза так хорошо осветилась. Так, ну, жалко, что металл разный. Ничего не сделаешь. Давайте посмотрим сначала его. Вот так, выпрямим чуток. Ага. Теперь мы его откадрируем. Задан пропорциям, ширина 4 к 3. Я думаю, что вот так, даже вот так будет неплохо. Вот так, да?
там есть проблемка с окончанием фона деревянного, но это мы их поправим. Я поздно заметил, что у меня... Так, ну-ка, изображение кадрировать. Я поздно заметил, что у меня здесь слишком близко, да, и уже сдвигать это все уже не хотелось. Так, ну что ж, давайте тогда займемся сразу же. Так. Сразу же и займемся. Возьмем. Что мне там 6 пикселей? Так вот сделаем, а потом будем поправлять уже все остальное. Так. А может быть не так сделать? Может быть... Ну-ка. Ну, кстати, тут я... Видно моя рубашка вот сразу. А там я не обратил внимания. Так, ребят, подождите, мы отыграем сейчас назад. Вот видите, а на этом нет. Так, нет, нет. Давайте еще раз. Ну и так, мы сейчас возьмем это дело, все. И сразу же я хочу сказать, что вот эту часть мне придется продлевать. Однозначно. Так, вот так. И продлим ее вот сюда. Раздвинем Т. Вот так вот. Угу. Ну, а это уже с этим справимся. То есть возьмем листочек, сейчас просто скроем, где у нас пустое место, вот так. Да, отлично. Ну и здесь тоже, вот сюда. В итоге получили нормальную деревяшечку. Так, хорошо, здесь у нас все хорошо. Это здесь лучше, но вот здесь видно, я тут... вымотал слишком долго. Ничего страшного, сейчас для этого у нас стекинг существует. Сведения в сценарии. Единственное, что он сейчас может отказаться. Вот именно. Он сейчас может отказаться. Отмена. Так. Мы это сохраним сейчас. Сохранить как... А пока вот здесь, на десктопе. Окей. И это тоже. После манипуляции в фотошопе он уже не хочет стекинг. Он хочет, чтобы я это дело сохранил. И уже сохраненные файлы тогда обрабатывал по новой. Итак. Сценарий будет брыкаться сейчас. Да, конечно, будет. Поэтому отмена, мы сейчас закроем это дело. И это закроем. Откроем те, которые мы с вами сделали на десктопе. Вот они два. Открываем их. Сейчас он не должен брыкаться. Файл. Сценарий. Это если у вас такое произойдет, то знаете, что делать. Вот так, видите. Все. Так, ждем, когда он соединит. Все, он соединил, отлично. Единственное место, которое... Меня здесь все устраивает, вот это место меня не устраивает. Поэтому мы сейчас здесь... Так, ну-ка, коррекцию цвета. Вот так, чуть-чуть сделаем. И здесь ставим черную маску, а не здесь, ребят, не здесь. Мы переводим наверх, там где дымка вот эта, да?
и здесь пустое место, а здесь мы уже сделали. Так, теперь масочку, Alt на маску, черная маска. Так. Секунду. Что-то я. Удалить. Так, что у меня тут происходит? Тут у меня что-то розовое пошло, вот тут непонятное, да? Откуда здесь розовое взялось, я не знаю. Ну-ка, если сверху. Этот. Так вот. Теперь белую. Ну, вот тут делаем, да? Розовое уходит. Все. Вот так мы это сделали. Теперь мы будем это кадрировать. Но сначала давайте сделаем следующее. Давайте выровняем. То есть вот мне нужно, чтобы он здесь выровнялся. Вот тут. Вот он выровнялся. Отлично. Далее мы можем уже теперь заданные пропорции выбирать, а они вот таковы, да? Да, хотя побольше бы хотел низ, доска, чтобы видна была, вот так. И теперь, скажем, кадрировать. Вот кадрировали. Давайте почистим фон, чтобы он сразу нам не мешался. Так. Ctrl-Shift-Alt-E, соединили. Так, немножко побольше. Убираем ненужные какие-нибудь пятнышки тут. Так, смотрим, нет ли где ничего еще. Вот тут он есть, и тут какая-то надпись, ее надо убирать. Ее сразу глазастые церберы увидят. И нас наказуемыми сделают, гады. Гады, сволочь. Вот так. Но розовый оттенок остался, ребят. Вот тут какой-то розовый есть, и вот здесь розовый. Так, нам придется с этим бороться каким-то образом. Так. Мы сейчас возьмем вот этот голубой, не угнаться за тобой, и закроем голубым все сейчас. Тадын, тадын. Вот так. Так, сейчас найдем какое-то перекрытие, которое уберет этот розовый. Так, перекрытие убрало, но мягкий свет, жесткий свет, вот, мягкий свет, непрозрачность, зараза, ты смотри, что творится. Так, значит, придется немножко другое включить. Мы сделаем сейчас новый слой и пойдем удалим все красное. Сейчас попробуем, подождите. Коррекция, по-моему, это вот это. Так, выборочная коррекция цвета, да. Нам нужен красный, мы убираем красный. Мы убираем красный, убираем. Ты посмотри. Я не могу убрать. Видите? Так, нет, не годится. Давайте другую коррекцию посмотрим. Вот эту. Красный.
Здесь красная убирается сразу. Так, допустим. И теперь теперь удаляем. Так. И здесь вместо красного пускай вот этот будет. Даже могу подогнать теперь. Вот так. Подгонка, подгонка, подгонка. Теперь посветлее чуть-чуть. Ну и вот мы от красного избавились, в принципе. Ну, теперь. Так, я еще раз теперь соединю ее так. Вот красного нет больше. Отлично. С трудом, но убрали. Хорошо. Теперь надо работать со светом. Нам надо высветлить ее яркость, контрастность. Ну нет, лучше не это использовать, лучше тон вверх корректур уровня. Вот так, видите? Вот так очень, очень даже и хорошо получилось. Так, теперь мы это убираем и начинаем аккуратно работать с нашей окружностью. Так, вот так вот. Раз, 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 раз. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Не создавая пятен. В то же время. Так, 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 так. Отлично. Да, хорошо. Так, смотрим. И теперь последнее, что нам нужно сделать. Так. Нет, предпоследнее. Сначала я сделаю обычный наш кружочек. Вот этот вот такой овальчик. С 300 растушевкой. Дальше переверну его, Ctrl-Shift, и заполню черным это. Вот так. Все, заполнили черным. Ctrl-D убрали. Ctrl-T. И начинаем тут раздвигать. Создавая такую форму, которая нам нужна. Так, я предпочитаю такой овальчик всегда. Так, окей. Далее. Убираем непрозрачность. Так. И теперь Ctrl-T. Начинаем деформацию. Деформация. Смотрим, где нам. Ну, может быть, сзади немножко. Так, тут нет. Тут наоборот, такая горка должна освещаться хорошо. Ну, вот так. Вот так, да? Готово. И теперь еще посмотрим.
Ну нет, ребят, в принципе, по цвету все нормально. Я бы даже прибрал немножко яркости. Сейчас посмотрим. Ctrl-Shift-Alt-E. И пойдем в коррекцию. Цветность. И попробуем насыщенность прибрать. Чуть-чуточку, вот скажем. Ну там много, да, и вот начинаем двигать, пока поймем, что у нас все отлично с цветностью. Вот так. Смотрим. Ну того, да, это перебор. Вот это перебор, ребята. А вот тут уже нормально. Даже можем еще вот так сделать, да? И высветить только розочку. Ну и вот эту. Все. Так. Хорошо. Мне кажется, еще стаканчик можно было чуть-чуть подсветлить. Так, сейчас посмотрим, да? На стаканчик. Ну, в принципе, наверное, нет. В принципе, наверное, нет. Оставим так, как есть. Так, и посмотрим, может быть, кадрирование немножечко поменяем. Ну, где-то вот так, наверное. Так, мне кажется, будет лучше. Вот я смотрю, фон мог бы немножко быть посерее. Сейчас, секунду. Корректор. Вот так. Ну, естественно, убрать здесь кое-что. Оп, много. Тут мы потемнем, это понятно, ладно. А здесь непрозрачность 30-26. Вот так. И вот так. Слишком темное пятно получилось. Так, хорошо, смотрим разницу. Да. Тут еще можно поработать. Но, скорее всего, надо сделать теперь наоборот маску черную. И здесь на этих местах просто пройтись чуть-чуть светлым. Теперь все будет хорошо. Теперь мне это нравится, теперь мне хорошо. Замечательно. И розочку спасли. Чего уж там скрывать? Спасли мы ее. До завтра еще дотянет и посыпется. А у нас уже натюрморт есть. Ну все, дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Я думаю, вы довольны тем, что мы вечером еще что-то с вами симпатичное сделали. Пока. До следующего раза.